наши, святы посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Славу Твою, Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам в ней, и оставь нам благо наше, и мы не оставляем должников наших, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Thank you.
воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Боже всесильный и Господи Вседержителю, и же рабом Твоим мы сеем в исходе Израиля от Тебе, кто и в освобождении людей Твоих, и от горькие работы фараоновы, Пасхи сей приносим, нас же сего, принесящих и того, лобзающих и от него, кушающих. Благословляется, освящается арте сей, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословляется, освящается арте сей, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Ну, громко. Христос воскресе! 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 Христос воскресе!